Это мне напоминает острова Комор. Сухой вес. Шпиш-шпиш. Чтоб не так, как еще нет, не разговаривать. Не кричать. Кто-то подложил даже снизу. Чтоб не упал камень. Он на дереве сидит, Павлик. А, я, он вышел с хвостом, то он мужчина, а то... Он еще, видите, с хвостом он там ходит. Ага. Он там, а он там дальше... Вперед, господа. Он... Вот. Повернулся сзади, задом. Не мешай, сейчас он еще. Я не рада. Все, все закрываю. Батюшка, у него фотки висит. Ясно. Ну, как бы, не имеет. Спасибо, да? Со мной. Монара. Я с Иранганем Монара. Иранганем Монара. Павлик. Нам вот поднимется, да?
где тебя? Пересаживайте сюда. Здесь? А? Жека, я оставляю вас с нами. Берем с собой. Хорошо, это самое. Сработает. Машина. Не, ну надо уже, я думаю, что надо. Надо, наверное, ехать. Надо уже ехать. Сейчас лучше вот сейчас как раз не ехать. Вот в этот момент сейчас лучше не ехать. А когда ехать? Когда он близко подойдет? Да не много. Сделали его немножко, сейчас мы в сторону. Интересно, что. Освежается, смотрите. Освежается. Так, все, давайте поехали. Так, чего вы? Ну, мы тут драконов держали. Да ну, почему тут дракон? Сейчас придет, попросит его. Все, поехали. Так, по $5 приготовьте. Там или не так, где и слону. Let's go. Все, поехали. Не надо много блюд. Я не молюсь, но тадин выиграл. И not get out. Так ты сейчас это, Витя, слушай. Что? Что не так делает? А Витя, опусти, все, не фотографируй, потому что Витя. Don't sound. Only. А что у меня что-то случилось, если я здесь аппарат не открывается? Ну посмотри. Так не получится. Сережа, сядь. Слева. Витя вас фотографирует. Это близко подошел, чтобы этот аппарат не стал. Слон подошел, когда совсем к вашей кабинету. Напугало шакала. Смерть. Олени пасутся, а леопард где-то их подстерегает. Леопарда никто не видит, олени все. Леопарда, не то ли? Леопарда, да, я здесь. Тупа. Понимаешь? Это леопард очень быстро. Я писал, что это еще там.
see a female. There are a lot of female there. Yeah, you can see many. The leopard is in this place. The Одел, он что, вытерла его или что? Нет. Еще раз. Все вытянул? Да. Это же можно? Ну вот, он сливается. Если он сливается, ну что там хвост и лапа видно, что торчит. Да, да, да. Надо роль держать. Да. Другой дорогой. Опять слышу. Как нам закричала, а мы только хотели тебя услышать. Как ты красиво кричишь, еще хвост открой. Что там черти ворота? Сиди ты, переходи, переходи. Барак. Сейчас. Поехали дальше. Все, подожди, сейчас. Ну, просто как сюда не
Ага, да, уже нужно. Пластик. Пластик? Вот наш, ты кто спел? Я Лорд Таун. Animal is the honey way. Лорд Таун. Ну, он еще спел. Да, ну это же грустно. Где он? Вон Мирон. Только буфало, да? Буфало, да. Леопард на разлине. Доня. Он по мне сидит на этой навешке, он прям сидит. Видишь? Он на коряге, на коряге сверху. Вы не убейте, пожалуйста. Потом точно леопард съест. Вот еще так, чтобы стадо алифанов рядом. А как стать? Надо как-то и не мы, и не они. Надо как-то или туда, или сюда. Нельзя выходить. Дома. Надо и посмотреть на них, а то все смотришь через объектив. Это лучше, да?
Назад. Туда. Как бочком его. Нормально? Он повернулся опять. Павильон. Там. Тараска, шопеа, лепет. Нет, еще нет. Не окей. Не. Эй, ну как тебе поездка, Ира?
с тапочками. Нам на заводе никого глядь не дают. Классно, будет с тапочками. Да, я понял. Все, спасибо. Туристы в тишине слонам погулять не дают. Я думаю, неделька все-таки с котиками, выпью воды, да, море кормят, там обмеют пиво, да, и, ну, конечно, за $3 как-то сделают. Завет, конечно. Это уже до Санта-Крузи, там нечего делать. Там поди... А те теперь выкинете? Я выкину. Это попугай, да? Пусть он заглушит, потому что невозможно сфотографировать. У меня глушь такая, за проводом дерну такого. Я потеряла теперь птичку. Зайчик перепугался, бедный. Стоп. Я сделаю. Вот так быстро, что какой-то аппарат успевает, но приблизить надо будет. Что это за цена, что 25 минут? Вон олени целые. О, ничего себе это будет. Ничего себе это будет. Стадо. Стадо только красивое, а не нет.